Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос, как управлять гневом. Вопрос, ну, я думаю, что данный вопрос вот в такой форме, его, в принципе, можно поместить в какой угодно поисковик, да, и получить ответ. Вот, поэтому тут очень общий будет ответ, вот, и не совсем как бы понятна его ценность, потому что, ну, все-таки, если уж вы задаете вопрос, да, то, ну, дайте больше деталей, дайте больше информации о себе, чтобы мы максимально такой вот приближенный к вам вопрос задали. Я думаю, что направлять нужный гнев, вот, направлять и самое главное, в рамках потребности, то есть, ведь гнев – это про потребности, вот, в первую очередь. Поэтому, если у вас отсутствуют какие-то медицинские показатели, которые как-то вот способствуют тому, что гнев у вас в избытке, ну, вырабатывается, влияет физическое состояние на гнев, вот, если это чисто психологическая история, то нужно вот учиться его направлять и учиться видеть за гневом потребности, вот, желания и, соответственно, способствовать их удовлетворению, способствовать их реализации, вот, и я думаю, что тогда вот гнев перестанет быть для вас, значит, тем, чем он, как бы, ну, является сейчас, вот, по моему мнению. Конечно, очень важно видеть причину, да, то есть, что вызывает гнев конкретно, ну, вот, потому что, может быть, ваш гнев продиктован другим чувством, например, страхом, там, и так далее, а может быть, это избегание, вот, то есть, гнев как способ защитить себя от близкого контакта с кем-то, вот. Поэтому тут нужно смотреть, вот, что произошло, да, что случилось, вот, у вас, и, соответственно, уже исходя из этого, да, подбирать направление психотерапии, ну, то есть, в целом, в принципе, работать над собой. Вот, я думаю, что чисто в психологической парадигме вашей картины гнев является следствием невнимательности к себе и того, что, ну, как бы, вы потеряли контакт с собой, да, переключились на что-то другое, вот, и, в частности, перестали слушать себя. Вот. Если вы еще и вдобавок ко всему пытаетесь как-то подавить свой гнев, то вот получаем такую адскую гремучую смесь. Вот. Ну, на этом все. Надеюсь, что это было полезно, интересно. Вам всего самого доброго.